Похоже, что, заметив несущуюся на большой скорости Гранту, водитель Калины успел-таки свернуть вправо. Налетев на пригорок, машина едва не опрокинулась. Однако еще до этого успела получить сильнейший удар в левое колесо. В ту же самую секунду потерявшая управление Гранта покатилась юзом, теряя по дороге детали. Состояние ее водителя сумели оценить проезжавшие мимо очевидцы. Он ехал по главной дороге, оттуда ехала Калина. Он на всем ходу его протаранил. Все. Потом мы его будили, минут 15-20, он в себя пришел, вышел. Тут женщина пострадала, ее увезли на скорой. Поначалу факты своей вины задержанный мужчина и не отрицал. Видимо, в таком состоянии он просто уснул за рулем, не снимая ноги с педали газа. Интересно, что повод для поездки в пьяном виде он нашел довольно странный. А вот о чем он явно не подумал, так это о возможных последствиях. День рождения. У крестника у вашего решили где-нибудь доехать, да? И в таком состоянии решили сесть за руль? Неужели это так важно? Стоит потери прав у машины, что ли? Как получилось? Сожалеете? Конечно. Уже через 5 минут от прежних сожалений не осталось и следа. Буквально на ходу он стал сочинять историю о том, что за рулем якобы не сидел. Впрочем, такие байки для инспекторов ГАИ не в новинку. Характерно, что вместо здоровья пострадавшей женщины водителя Гранты больше заботила судьба недопитой бутылки спиртного, которую он поспешил забрать из салона разбитой машины. Вот это я заберу. Ну все равно же меня лишает. По предварительным данным, пассажирка Калины получила сотрясение мозга и закрытую травму живота. От прохождения теста на алкоголь водитель Гранты решил отказаться. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».